Бади Хаймастюду, Салу Франц. Ну вот мы рассмотрели в прошлом ролике июнь. Ну мы лето должны все рассмотреть. Просмотрели характеристики основные словесные. Сейчас мы посмотрим диаграммы, чтобы видно было, как оно все влияет, какую форму имеет матрица Пифагора и связанные с этой формой события, для того, чтобы предсказывать наперед циклы, как мы видим, что 222 год, он, и этот год, 2022, они, как говорится, побратимы. То есть мы видим, события все очень близко связаны, все очень похожи. Также пандемия, войны по местам, и в мировом масштабе тоже нестабильность огромная была в 222 году. И, как говорится, сдвиги большие в верхах, то есть смена очень крупных фигур, вплоть до того, что, несмотря на празднование 70-летия как бы королевы, да, но уже власть у нее в руках не находится. Так же, как, видимо, власть уже коллективная у нас в Москве, да, поэтому центр принятия решений, как говорится, он отошел от... Ну, он и раньше это было, а сейчас он отошел от этой словесной всей фразеологии, которая идет по телевизору, средства массовой информации. Поэтому также вот будет в июле. И основное поражение, мы говорим, что потерпят те силы, которые ненавидят социализм, ненавидят людей вообще и ненавидят советскую, как говорится, СССР. Вот пример Бурбулис, да? Бурбулис, что он у нас? 19 числа в сауне отеля, значит, в Баку, да? Перекинулся, как говорится, в возрасте 76 лет. Но это при таком здоровье, которое у него, посмотрите, по матрице, по дню рождения, что у него там 2 или 3/4 здоровья, как у Трампа. Вот поэтому 76 лет для него, конечно, это было не предел. И вот он этот день. Если посмотреть диаграмму, это июнь еще. Вот я просто события кое-какие напомню. Вот он, Бурбулис, найден был в отеле. Таким образом. Далее, что? И этот месяц июнь характеризуется большим числом, конечно, рептилоидных дней. Вот именно события в них происходят такие негативные. И Пифагоровых дней 5, то есть где масонская вот эта система. Кстати, обратим внимание, что Макрон очень долго говорил всегда с Путиным, он забросил свою избирательную кампанию, и, значит, он все время беседует на связи по прямой линии с Путиным. Это говорит о том, что Великая Ложа, Великий Восток, ложа, да, известная, и все другие ложи, и Киссинджер даже обратился со стороны вот этого мирового ЛГБТ-правительства, чтобы не особенно, как говорится, кусали Путина, да? То есть Путин получил поддержку среди мировой закулисы, вот, где состоялись. Ну вот, а на глобальном форуме, видите, тоже поддержка определенная получилась, потому что Бурбулис неожиданно, за сутки он, из него корреспонденты вытянули речь такую, что повторение СССР невозможно. Это он за сутки до сауны своей сказал. И действительно, да, в сауне это у него был последний день его жизни, когда он, по сути, отрицал вот эти циклы, которые даже Маркс не отрицал. Что и события исторические, они не только дважды, они многожды повторяются, потому что они идут циклически. Определенные скрытые периодичности есть. Но об этом уже в древности знали. Поэтому вот такие дела. Что мы видим в июле? То же самое. В июне не было дней мезантропических. Рептилоидных это полно, а вот мезантропических ни одного дня не было. А в июле вроде бы один день. Ну, мы сейчас диаграмму посмотрим в июле и увидим все. Вот первое.
Второе. Третье. Я быстро буду показывать, потому что очень много их диаграмм. Четвертое. Пятое. Шестое. Потому что я не показывал, кто-то в первой лекции по лету не показывал. Но сегодня покажу. Седьмое, восьмое. Ну, на тормоз можете нажать и посмотреть поподробнее. Вот девятое. Ну и далее. Десятое. А десятое, как первое, кстати, один к одному. Одиннадцатое. Ну, все дни хорошие. Видите, какие даже духовности бывают. Пять. И вот двенадцатое. Такой день. С двумя семерками много дней. Но это говорит о том, что июль везучий во многих планах. Ну, конечно, не у мизантропа будет везучий. Мизантропу придется отвечать за вот эти вот тайные сговоры против советского народа. 13, 14, 15, 15, 16, 17, тоже две семерки, 18. Сложный день. Ну и сейчас далее посмотрим. Далее вот 19. 20. 21. 21. Ну и сразу переходим. 22. 23, 24. Видите, опять пятерка по духовности. Вот таким образом. Поэтому мы сейчас в 25-м переходим. 25-е, видите, опять две семерки. Две семерки. Ну, это не очень большое везение. Особенно вот в экономической сфере, банковской и вообще всякие азартные игры все. Здесь будет всем вести очень. Кто занимается этим вопросом, может быть, даже по ошибке. Но будет везение. И вот 28-е, 29-е. Очень сложный день. И 30-е. Ну, поскольку в июле-то у нас должен быть это 31 день, да, то мы посмотрим еще и 31-е. На всякий случай. Видите, буква «Л». И опять две семерки. Что здесь общая характеристика, я говорил в тот раз, но еще повторю. Здесь рептильных дней 16, меньше на 2 дня, чем в июне. И святых дней, это один всего, святой день, где духовность равно 5. Вот, ну не один, наверное, 2. Потом дней с мизантропией вообще нету. Мизантропных дней нет. День ангелов, три семерки есть. 18-е, 7-е, 22-го года. И везучих дней 14 дней. То есть половина месяца июля это очень будет всех вести. Но обыкновенным людям, которые, в принципе, не заморочены вот эти... Мизантропией не заморочен. То есть не сильно ненавидят людей, да? Или если ненавидят, то каются. Ну вот август. Смотрим август теперь. 1 августа. Опять видим четверка, духовность. Ну, три двойки, три единицы. Это часто в этих летом. То есть характер людей очень... Людям с хорошим характером, с хорошей энергетикой будет вести. Вот второе. Третье. Эти две восьмерки. И таких в июле дней очень много, то есть в августе будет очень много, потому что сам август, это он уже восьмерку содержит, восьмой месяц. Но это не мы знаем, да, связанное со спецслужбами, с их работами и так далее. Вот четвертое, пятое, видите, журналистский день, три девятки. Здесь как
какой-то журналистский всплеск, и при духовности 5. Вот здесь 3 восьмерки. Здесь большой долг государственный, плюс вот этот крест еще. Тут надо будет отдавать эти долги кое-кому. И вот опять ангельский день, и буква Иль, так, 7 августа, 8 августа. Видите, опять крест, вот 2 таких с крестом в августе. И совершенно уникальный день, первая горизонталь из нулевок состоит. Это очень-очень редко так бывает. И плюс вот здесь есть число 23, это масонское. И вот таким образом, это очень интересный день, что произойдет, мы потом посмотрим. В общем, по описанию ничего плохого не произойдет. Все к лучшему, что Бог не делает, все к лучшему. Здесь 10 число, тоже опять 3 единицы, 3 двойки. Ну, экстрасенсов везет. Все будут раскрывать. 5, смотрите, опять духовность, 5, 4, опять 4. Здесь 2 восьмерки, опять день работников службы, да, спецслужбы. Опять сразу тоже 2 восьмерки. Тут это какое? 15-е? То есть 13-е, 14-е? 14-е, 15-е. Опять с 2 восьмерками энергетики какая? Ну, рептильный день. Вот таким образом. Дальше. 16. Да, ну в самой цифре 16 уже таится какой-то подвох. Хотя духовность 5, но тут будет, как говорится, решаться судьба. Судьба чьей-то решаться. Вот такой треугольник тоже очень интересный. 17 числа вообще тоже, что произойдет, интересно. И это единственный день в июле, когда у нас стабильность равна нулю. Но это полный революшн, да? Революшн. Вот 18 и 8, смотрите, здесь сколько этих восьмерок. Тоже 2. Вот и энергетика тоже. Но это рептильный день. Дальше. 19. 20. 21. Далее 22. Опять 2 восьмерки, видим? Здесь 1 восьмерка, я зачеркнул. Но 5, духовность 5. Вот он, деньги гения. Тут гениальное что-то произойдет или родится какой-то гений. 24-го, 8-го. А 23-й, вот масонский день, здесь духовность 5. И смотрите, вообще святость 4/4. Ну, тут какой-то святой родится. И вообще какой-то святой, может быть, будет прославлен. Своим делом или там... Своими делами, да. 25-е, смотрите. 3, 8. 8, 1, 3. И 8, 1, 3. И по вертикали это тоже очень редко бывает. И тоже 5, и рептилоидные деньги. Вот такое совпадение по горизонтали цифр, по горизонтали, по вертикали в вспомогательных характеристиках. Вот здесь опять 2 восьмерки, 26-е, 27-е. Вот что происходит. Ну, здесь тяжелый день именно для рептилоидов. Очень тяжелый день. Для тех, которые родились рептилоидами и не крещенные, они дальше духовно не развивались. Для них будет тяжело. Вот 28-й, смотрите, опять крестообразный день. И плюс он уже еще и гениальный такой день. Вот, и день нулевой духовности. Тут гения с минус, со знаком минус, наверное, будет. 29-е. Видите что? Ну, это для молодых мамочек полезный календарь. И 30-е. Вот видите, тоже опять 2 восьмерки, опять буква Эль. И 31-е, наконец, опять тоже 2 восьмерки заканчивается, видите? И тут общую характеристику, если дать, то тут вообще рептильных дней больше всех 19, больше чем в июне и в июле, да? 19 дней, то есть почти
а две трети месяца у нас рептильные дни. Но дни работника спецслужб 15, половина месяца – это спецслужба. Ну, и на самом деле здесь их роль, их работа будет наиболее фактором, потому что есть определенное противостояние всегда, оно, а сейчас во время спецоперации оно возрастает, противостояние между армией и спецслужбами, и между силами МВД и Росгвардии и спецслужбами. Почему? Потому что спецслужбы накопили некоторую отрицательную, как говорится, впитали в себя как губка, вот, или как это, впитали много негатива. И, мы видим по числу перебежчиков, по числу вот этих швецов всяких, Скрипалей и все такое прочее, что там число их процент очень большой сидит. И сейчас, видимо, в процессе спецоперации выявлено очень много, которые там саботировали. Саботаж насчет здесь главное же в войне, это же разведка, правильно? Это, можно сказать, это глаза и уши всей вот этой спецоперации. Но она у нас срабатывает очень редко и не всегда. И кроты, везде сидят кроты. Вот это, вот они все выдают, все прекрасно. Да? Особенно, когда это через эшелон идет, через ЦРУ, через эшелон ЦРУ и опять на Украину, то тут точняк идет и сбиваются даже такие символические, как крейсер «Москва», и как вот генерал, допустим, с символической фамилией Кутузов. Да? То есть мы видим символьное поражение Москвы именно в этом плане, что знаковые названия, там флагман Черноморского флота и главнокомандующий Кутузов, который победил Запад. Это, как говорится, моральное, что ли, поражение. Оно корень имеет на Лубянской площади, потому что недостаточно памятник снести. Надо вообще это здание закрыть, я уже давно предлагал, и скверик разбить, там яблони, там фрукты, чтобы росли, и памятные доски в честь невинно загубленных там людей. Ну, многие, конечно, по вине, многие без вины. Ну, наверное, 99 без вины, да? Ну, просто потому, что надо было конкурента устранить и прорваться самим. Вот таким образом. Поэтому вот много этих вот работников спецслужб, они будут стараться себя реабилитировать. И как это будет получаться, это очень интересно, потому что очень сложный процесс запущенный. Он запущен, отброшен как-то на времен Хрущева, когда информация была наверх, всегда ложная подается, приписки, все это жуткая приписка, тогда же как по мясу приписали, что у нас вот столько производится, все, нам можно в Китае продавать, тогда вынуть изо рта, здесь до 1000 рублей за килограмм довести вот это мясо, говядину, там опять это курицу поднять в два раза, и все поднять в два раза, но зато в Китай мы вывозим и свинину, и говядину, и все везде мы вывозим. Почему? А это все из спецслужб, потому что работник спецслужб этих с Лубянки, вот он министр сельского хозяйства. После этого сельское хозяйство начало резкий провал. Оно так и будет, потому что невозможно вот в такую картину мира иметь, как у Ратникова, допустим, в голове, а она у них там у всех, как у Ратникова, почти у всех. Мы видим, там культуру был Бобков. Ну, куда он допустил эту культуру? Это жуть какая-то вообще. Непролазная какая-то трясина полная в этой культуре. Также и в музыке. Ну, все в литературе, это никто не следит. Раньше вот Сталин читал это все. Он самостоятельно все мог читать и очень быстро находил там все положительные и отрицательные стороны. Хрущев тоже пытался за Сталином там против искусства выступил, там в каком-то музее разгром учинил в этом манеже, ну и так далее. А сейчас это совершенно бесконтрольно, и бесконтрольно вообще, как говорится, там трясина. И вот эти агенты все время выступают там, а вот это... Ну, единственное, что вот сами начали вот эти беловежские заговорщики, сами начали уже погибать. Это и Гайдар там, Чубайс еще, так говорится,
смылся, вовремя смылся. Главное в профессии вора вовремя смыться. Да? Недаром Сечин сказал, что где бы Чубайс ни работал, везде у него был провал. Но в этом отношении он прав на 146%, как Чуров написал. Да? Вот поэтому вот это в июле, что нам предстоит, значит, вот эта вся... А там много людей, там очень много лишних людей, много штатов. Там детишки, вот у них там уже целый выводок этих патрушевых, выводок Бортниковых. И вот ну, их надо куда-то пристроить и где-то им дать это все. Но в ущерб, не в ущерб государству, когда надо работать, исполнять непосредственные обязанности по внешним угрозам, внешним и внутренним угрозам, так? Но ни внешние, ни внутренние угрозы не выполняются. У нас по-прежнему долбят Донецк еще больше, чем раньше долбили. У нас чуть не в нашей территории уже Курск, приближается к Курску долбить. Вот недавно в Крыму эти качалки нефтяные разбомбили. Это уже прям сегодня, 20 число. Вот таким образом. Ну что тут? Святой день один, 23-8, 22-го. Здесь 4 четверти. Ну это единственный, наверное, день на все лето, да, где святость будет у нас вознесена на большой пьедестал. Дней высокой духовности один тоже. А нет, 5 дней высокой духовности, а с духовностью равны 5. Это 5 таких дней. Это тоже гораздо больше, чем в июне. Там 2, по-моему, было. Нет мизантропных тоже дней. Масонский день один. Что мы понимаем? Масонский день. Ну, это понятно, да? И день, значит, Андреевского креста. Это 2 таких дня. А вот где вот Андреевский крест из нулевых, да? 6 и 8 августа 22 года. Ну и день работника СМИ 1, это 5, 8, 22. Вот такая у нас краткая характеристика. Значит, каждый день были, я войну не буду, потому что она уже в СМИ везде, она, как говорится, закрывая уши, все везде известно. Вот и подоляки, и подляки, там все выступают, Анна Фриенко. Все раскладывают, карты какие-то рисуют, одни и те же карты, да, стрелочки нарисуют, вроде как продвижение есть, а Донецк опять бомбили очень много. Ну вот эти гаубицы, вроде бы Коношенков сообщает, что мы их разбомбили, все эти гаубицы, а оказывается, они бьют по Донецку из этих 155-миллиметровых М777. Ну, не перехватили, значит. А кто должен перехватывать? Вот разведка. Разведка это что? Это Лубянка. Это где снесли, как говорится, потомка Каина снесли, да? Который сестру убил и брата хотел убить. Да? Ленин спас брата его ученого, настоящего ученого. Вот поэтому здесь вот такой кризис. А президент, он оттуда вырос, из этой трясины. Ну, конечно, на болоте-то клюква растет, это прекрасно, там и морожка всякая, все растет. Прекрасно там на болоте все есть. Но это, как говорится, один экземпляр из очень многих, которые предали, туда выехали. Вот сейчас выезжают они одни за другим, выезжают, но я про это говорить не буду. А поговорю лучше вот международно интересно там. По матрице, может быть, сообщить. Вот Бурбулис, да, там же был из нулевок, диагональ нулевка, и еще на месте восьмерки тоже ноль. То есть у него была кончина в такой день, вот дракон его, как говорится, забрал. А с Литвой тоже. Литва нам перерезала сейчас сухопутный путь до Калининграда. Вот, на Кёнигсберг, как говорят, как говорится, шульцы, всякие шульцы. Они забыли, что они раньше русские были, а теперь они шульцы, вот мы, Гитлер, шульцы, что вот там Москва, мы вон какие культурные стали. А почему? Потому что лучшие кадры Петр туда отдал, а это самое, всю шваль оттуда принес, сифилитиков этих всех, пидорастов, наркоманов,
Куряк всех завез сюда, вот они, у него всех обласкал, а наших всех лучших туда вместе с царем, первый вариант Петра Первого, подлинником Петра Первого, да, а уже не подлинник тут. Ну и большие аналогии, конечно, у нас с Петром есть, антианалогии. Он сдал Азов, а мы пытаемся Азов вот это отвоевать, этот Азов, который взяли этот крымский хан. Сейчас крымский хан взял, а мы отвоевали этот Крым вот в 14 году, там в 13-м. А сейчас пытаемся вот на свою территорию выйти, но она уже занята кочевниками. Мы же говорили, что кочевники это кто? Хазары это Набыван, и Набыва-2 это славяне. Славяне слово слейв. Это слейв это рабы, рабы. Рабская идеология, вот это пресмыкание. И рабское до того, что они, что делали в Бухенвальдах, что они делали в Дахау, как они, как говорится, выполняли самую грязную работу, и даже брезгливо к ним относились сами ужасные работники этого СС там, и СД. Вот, вот таким образом. То есть люди совершенно кочевники, у них психология выжить, любыми средствами, но выжить. Поэтому они очень искусно в войне, конечно. Их победить тяжело. Вот, думали, что тут вот у нас вот на Лубянке эти люди, они что-то какие-то доклады готовили, а потом оказалось, что пришлось на них ногами топать и материть, находясь в бункере, опять же, да, потому что все было завалено. Деньги, которые были отпущены на стимулирование, как говорится, русскоговорящих, русскоязычных, они были украдены. А вот поэтому там конфликт произошел между армией по само по себе, там они воры вообще, это испокон веков, они там уже воры. Ну, конфликт интересов тоже есть, так же, как хазары и вот хазарин, допустим, Зеленский, он, как он, фашистов, возглавляет фашистов, да? Значит, не победить, так возглавить. Вот один возглавляет хазарин это, а другой, как говорится, что я вот крестьянин Тверской, вот, у меня все предки были, Марии Ивановны, да Марии Тверские. А раньше, как на Руси называли Тверских, Тверские козлы, козлы, да? Ну, это уже это в России, ну, допустим, как были такие репушники, потом соленые, пермяк, соленые уши называли их, да, у них засолка сплошная, потому что там соляные копии. Вот, и так вот по настроению, по упертости, да, козлы, они тверские очень упертые и добивают своей цели тихой сапой, потихонечку, полигонечку. Как вот мы уже с 24 февраля это добиваемся. Ну, пока ничего не происходит, тем более поддержка там, ну, поддержка, ну, собери ты тем 777 ты отыми и сбрось их всех туда, где вот сидит вот этот вот, этот боксер, этот хренов, пронемецкий боксер, и где вот этот зеленка-то вся, эта, в майках, который бегает. Вот и бросим обратно туда с большой высоты. Вот эти, у нас же есть самолеты большие, вот нагрузил этими танками это все и обрушил. Заберите, мол, к себе ваше вот вооружение обратно. Обратно, да, мы вам сдаем. Потому что нарисована уже картина из будущего. Человек был из будущего, который принес фотографию. Он с фотоаппаратом был в будущем, да. И принес фотографию показать, что каким будет Киев в 21 веке, как он будет новый, по-новому отстроен, совершенно красивейший будет город. Да? Поэтому никакой ценности не представляют вот эти вот времянки кочевников, которые там были настроены. Ну, потом они перестроены, превращены в каменные, но все равно это мрачные какие-то сооружения несовременного вида и невысотные. Вот поэтому бросить туда, на эти сооружения, там центр, где у них они тусуются, их нет. Пожалуйста, заберите свои эти пушки и танки. Вот. Это одна сторона, потому что кочевник, он тоже упертый, ему надо прорваться туда, в Европу дальше, потому что здесь, ему, здесь он не может жить, он не понимает этого кочевника, потому что, он, как мы говорили, листок-то упал с неба, да?
на одной стороне написано, метр на два листок упал, на одной стороне написано, всякий, кто ворует, будет извержен с земли, то есть согнан с земли. Вот ситуация такая появилась, что, значит, за время вот этой советской власти наиболее сильно, круто воровали вот эти вот ребята, значит, хорошие хлопцы и гарные девчины. Это самые были крутые, как говорится, отморозки. Поэтому их сгоняют с земли, это уже сверху приписано, и не удержаться. Никакой вор никакой не удержится около вот этого участка, да и он не будет держаться, он знает, что надо смываться. Но хохор упертый, он будет держаться за свою хату. А хотя вот я хату покинул, пошел воевать в Испании, там, людям мозги засирать. В Испании деткам мозги засирать. Вот таким образом. Это кочевники. Они уже до Канады дошли, и сейчас им остается только вот круг сделать и через Канаду перейти вот в Китай. Китай. Но тут у них, как говорится, вот и здесь и будет. Интересно, оседлый народ китайцы и кочевой, вот тут встреча на Эльбе, как говорится, будет, потому что много кочевников тоже в Америке живут, они не могут на одном месте, им надо этот хайки, всякие путешествия и так далее, постоянно они в этом путешествии должны находиться, на месте не сидят. Но вот это такое большинство. Плюс очень пришло к народу много, те же самые африканские загорелые люди, которые сейчас уже неопределенного пола имеют, да? Байден. Про Байдена поговорим, раз Америку. Тоже случилось. Байден упал с велосипеда. Ну, как, ой, тут вообще все развели бодягу, вот эти вот даны, причиндалы, эти всякие эти русские, как говорится, как они говорят, русские. Они спрятались за русскими, мы спрятались, вот Кедми, и мы вот тут, мы русские все, да, разведчик с Моссада, Кедми вот тут нами руководит. И Зеленский у нас друг, и мы договариваемся, в шахматы играем людьми, донецкими людьми, вот надо сегодня вот это обстрелять, завтра это обстрелять, завтра ту пехтуру убьем, завтра это и обстреляем, мы этот квадрат займем, этот квадрат оставим. Это в жертву принесем Донбасс, а там в атаку там на Харьков и на Азов и так далее, и так далее. Вот сейчас вот шахматная игра, смакование вот этого бюджета. А бюджет-то огромный, это же военный бюджет, он же тайный, скрытый бюджет, он не публикуется. Вот он сейчас осваивается в связи с тем, что закрыли западные вот эти офшоры, эти балалайки-то эти. С гитарами закрыли, и как виолончеловеки закрыли. Вот и Байден упал. Ну, с другой стороны, если бы наш этот упал, да, кто-то из наших вот этих верхов, то они бы рассыпались сразу. А Байден даже ни одного синяка не было, хотя он хлопнулся, будь здоров, на бок. Вот таким образом. То есть видно, что, несмотря на такой преклонный возраст, падал он несколько раз. И как вот в стихах-то пишут у нас классик, упал он больно, а встал здорово, да, вот таким образом. Но стремление, значит, противника загадить, всякое даже до того, что он там в душе с дочкой купался, и какие-то там подметные письма, ну, это уже политика, связанная с президентским выбором, она морали никакой не знает. Вот таким образом. Ну, что еще можно сказать? Макрон, да, Макрон. Макрон – это же ведь фамилия очень древняя, она древнее. Почему он связан все время с Путиным на переговор? Он более высокий уровень в этой масонской ложе имеет, чем Путин. Потому что и Саркози имел более высокий. Но Саркози, видите, прокололся, а Макрон не прокололся. И он поэтому там занимает, между ложей и Кремлем, он занимает политику связного вот этого нишу связного человека. Постоянно долбит по телефону с нашим лидером. Макрон, откуда фамилия-то первая возникла? Это до новой эры, еще когда Рим захватывал Египет, вот это же был до новой эры еще.
И вот тогда Рим, значит, был в силе, и они захватили Египет и поставили туда наместника, вот типа Понтия Пилата, но он назывался, один из наместников назывался Макрон. Макрон. То есть фамилия очень древняя, то есть она не то, что там вот Ивана де Марии из Тверской области, где козлы они живут, да, и люди, где козлы и люди. Почему козлы? Потому что они выращивали коз. А почему коз? Потому что на коз меньше косить надо, там, по-моему, но все равно это, если на корову надо тонну, то, по-моему, на полтонны надо только на козу, немножко меньше. Вот таким образом. То есть родословие играет огромную роль, родословие, особенно при, значит, переходе вот к этому мировому господству. Тут будет считаться все не от Рождества Христова, а гораздо до Рождества Христова, гораздо тот, и тот будет козырней, который имеет вот такое родословие, и так, ну, до архонтов. Вот взять архонты, да, может быть, какие-то архонты есть, и все они связаны с этой политической системой, которая через разные произошла ступени эксплуатации человека. Это и было и древнее царство, там среднее царство, вот это новое царство египетское, 8 тысяч лет назад, и вот так вот 10 тысяч лет назад, и может быть даже до потопа. Это все было. Одни и те же архонты правили одна и те же семейства, как у фараона, да, династии такие, династии такие. И плюс к тому, что, значит, во-первых, родословие, и почему генетикой все занимаются, оказывается, дальше-то наплодил, допустим, 5 детей, вот какой-то президент, да, а они все, как говорится, помешаны. Если он президент наш из Вологодской области, то взял из Казани девушку загорелую, более, ну, как говорится, светлого загара, да, уже другой раса, монголоидная. А тут белый человек, это, как говорится, разные. Они, если стыкуются, то результат будет, как говорится, недолговременный этот будет результат. Поэтому в Библии это все, в Древнем Завете это все рассказано. Поэтому Макрон-то, да, вот он потерпел определенное поражение. Сейчас на выборах он выборами практически не занимался, а занимался он вот разговорами, вот этими внешнеполитическими, карту разыгрывал, потому что здесь война, а здесь мать родна для него. А эти выборы он и так там ему нарисует, когда надо. Вот он так рассчитывал, что вот эта ложа его не подведет. Там найдется везде такой Чуров, который выведет ему 146%. Но уже в палатах, в этих депутатских, он большинства не набрал. А вот этот социалист, видите, поднялся. Мы говорим, что вот особенно за это лето будет подъем социалистических и коммунистических сил в конфронтации с Китаем. Значит, посмотрим, как будет выигрывать, более выигрышная позиция окажется Китай и все те страны, которые не отказались от социализма. И родословие социализма отсчитывают вот от таких лидеров, как Энгельс, Ленин, вот, особенно в Венгрии, да. В Венгрии она уважает очень Ленина и его, ну и так уже другие страны. Они, казалось бы, неказистые такие страны, но вот у нас страна, что она? Мы пожим у себя, как говорится, лягушка надувается в вала. Ну, всего 2% мирового производства у нас, 2% всего, 2%. И из них в основном сырьевое, что? Что мы видим-то? Каким? Если мы из Российской Федерации, что вывозим? Кадры, вывозим сырье, вывозим продукты питания сейчас уже даже. Так же, как мы ложились перед Гитлером, да, вот тоже голодовка на Волге, голодуют на Волге люди, а мы фашистам высылаем зерно, да, отборное, да, туда. Это даже еще уже войска тут идет, а с зерном туда идут. Так же и здесь тоже зерно независимо куда-то идет, да, мы его даже не арестовываем, хотя у нас все вклады арестованы,
казалось бы, первая твоя задача, надо было вот эти вот миллионы тонн, которые там украинского пшена, пшеницы этой, ну, как говорится, накормить народ, и накормить скотину, там, гусей, свиней, коров и так далее и тому подобное, чтобы рыбу даже подкармить. У нас водоемов много, а рыба-то там, вот, как говорится, вот, с Гулькин, как говорится, да, вот. Вот так вот. А везем откуда-то все, везем. А почему? Сам процесс движения – это кочевники и руководители. Все руководители у нас кочевники. И им надо двигаться, везде вот отдвигаться. У них это главное. Главное не цель, а вот движение. Это все. Вот этот троцкизм – это и есть идеология, самая высшая степень идеологии кочевых народов. Поэтому надо местных держать в казарменном коммунизме, да, в казарменном виде коммунизме, а самим обеспечить себе свободное передвижение и открытие границ. Что мы еще вывозим-то? Ну, оружие выводим, которое на нас сейчас стреляет. В основном-то 90% всего вооружения – это отечественное. И вот Росвооружение – это тоже погибло в июне месяце недавно. Бывший тоже в каком-то вообще 56 лет. Что такое за возраст? 50, или 64 года, 64. Вот это Росвооружение бывшее, оно погиб. От чего? Потому что они торговали за бабки, и там же оставляли эти бабки, и себе вот эти вот гнезда вили везде. И по всему миру вили себе вот эти гнезда. Кто в Испании, кто в Африке, кто в Китае, кто в Европе, кто в Швейцарии. Вот таким образом. То есть, что мы сюда... Возим-то, возим, ну всю свалку возим, да, и это импорт у нас, отставшего всего импорт, все отстало и все спихивают нам, это отбросы там, то, что уже им не годится, они сюда это пытаются впихнуть, вот так же, как построил Брежнев завод «Жигули», а что это «Жигули», это итальянский «Фиат», это что это? Это картон, связанный, как говорится, соплями, да, это итальянский, что за... промышленность, да, а ввалил он туда Брежнев, это страшные деньги. Лучше ездить, как говорится, на Победу, действительно, на Волгах, чем вот это вот покупать какое-то дерьмо иностранное, которое никому не нужно. Вот так, фиат эти. Ну, вот это такая, ну, экономический форум, что тоже экономический форум, он не дал ничего, он, значит, мы всегда себя хвалим. Сталин не отличался этим. Он, наоборот, скрывал недостатки и говорил о недостатках в основном. О достижениях, конечно, он говорил. Но они реальные достижения были, потому что если ты видишь, что песок по 70 рублей, то, а там, значит, был сколько, 50 копеек, да, при социализме, да, при примерно таких же соотношениях зарплаты центу. Мы жили лучше, чем в Америке, потому что они нам завидовали. Откровенно, американцы нам завидовали все. Потому что у нас продукты питания ничего не стоили. Ну, ширпотреб занимал некоторые, но все равно было все дешево. Можно было и обуться, одеться. Особенно в последние годы после войны, то, что там прошло. Вот таким образом, то есть из зависти, как говорится, загубили социализм. И из, как Косыгин любил вот эти пластинки иностранные завозить с Англии, и костюмы английские любил носить, галстуки их пестрые. Вот это вот Косыгин первый был стиляга в политбюро. Вот таким образом. И все это дерьмо пошло оттуда с Англии. Ну, кофту луговой, да, вот связка кофту луговой. Она разорвалась. Мы знаем, что кофты на Луговой, они, как говорится, были завязаны в деле Политвиненко. Ну, там английский суд их признал виновными, все в их шмотках найдено было и это. Но кофта, ну, с 7-го года у него, значит, вид на жительство ФРГ. А Лугового пригрел кто? Жириновский, он, который всех пригревает. Ну, с сомнительной репутацией людей. И он стал депутатом, и сейчас где-то там вращается этот Луговой. Вот. Ну вот в этой связке, значит, один оказался слабое звено, да, как говорит вот эта Маша, это,
Киселева, да? Вроде Киселева, слабое звено-то. Играем слабое звено. Вот сыграли слабое звено, и этот Ковтун оказался слабым звеном. Ну а что там у него возраста тоже какой-то, 55 лет, 56 лет. Вот это явно там совпадение есть. Мол, у нас известна криминалистка Пифагора, она нам дает ряд совпадений с теми людьми, которые имеют право, как говорится, приговаривать людей к высшей мере. Ну вот, и как бы от последствий коронавируса до этого, да, также в протоколах сельских мудрецов написано, если кто нам не угоден, мы будем убирать под видом, как будто от естественной болезни человек помер, и все это, как говорится, сойдет за естественную болезнь. И никто об этом не будет знать. А те, которые из масонов будут знать, то они будут бояться уже совершить такое же, да, предательство, как совершали вот эти вот швейцы, да потом Скрипали и так далее и тому подобное. Вот что еще можно сказать? Ну, я не буду этих событий, вот тут их море. Есть, значит, текущие события в Википедии, текущие события, портал. Портал текущих событий фактически является переводом американского портала «Текущие события». Current event, что ли, произошло неправильно, но больше, как по-французски, что ли, current events, текущие события, и там по дням все расписано, но не все, конечно, а то, что для них считается важным и критическим, а у нас, соответственно, для нас важным и критическим. Ну, можно, конечно, пройти, но времени уже нету. Мы уже работаем больше 45 минут. Это у нас рабочее время, то есть академический час наш исчерпан, и мы на этом заканчиваем рассмотреть лето. Главное, что первое, это не быть мизантропом, значит, помнить, что мы стоим на плечах гигантов, таких как и святых даже, вот, которых многие наши церковники никогда не признают, что Ленин был святой. А Пифагор, вот, даже его ставит выше, чем Падре Пио. У Падре Пио он святой, но у него тоже много есть святостей. Да? У него сколько там, 4/4, но Ленин, у него не 3 единицы, как, если, как говорит, 100%. У него 4 единицы, но это генерал уже, руководитель, правильно? А все остальные, вот точно на 3/4, по нашим подсчетам, он святой был Ленин, да? Сталин нет, совершенно нет. И Маркс тоже, потому что, ну, в силу своих моральных, таких низких моральных качеств. И, в принципе, как вспомогательный, он был вспомогательный, престижной к Энгельсу, основной генератор идей, и вот эту историческую перспективу всего этого, значит, социального развития видел Энгельс более ясно. Почему? Потому что он обладал более большим IQ, и данные у него были при рождении заложены в него по лебницу, больше написано. Не пустой лист он пришел на землю, не чистый лист, а исписанный уже святыми какими-то писаниями. Да? Вот таким образом. Слава Пифагору. Мы скажем разом, если мы будем смотреть эту статистику, мы будем привязку иметь к времени. И расшифруем, наконец, мы эту книгу Пифагора, которую он не написал, а ему не надо было писать, потому что само время пишет ее за него, за Пифагора. Он знал это и просто рассказал, как это, как ключ дал к открытию этой книги, которая, конечно, более связана, может быть, написана, чем даже наши некоторые писания, которые мы считаем святыми, но мы видим, что они являются лишь материалами уголовных дел по убиению Сына Божьего. Да? Вот эти вот Евангелия, они это материал уголовного дела по убиению Сына Божьего. И эти показания там все противоречивые и не стыкуются между собой и содержат очень большую избыточность
как вот говорят, букву Е-то убрали из книг-то, и сразу очень много миллионов тонн бумаги сэкономилось на этой только одной букве Е. А там избыточность огромная, в этом Евангелии надо сжать информацию до размера примерно цитатника Мао Цзэдуна, да? Тогда это будет иметь большую силу, логическую непротиворечивость и, самое главное, не пудрить мозги совершенно противоположными, контрарными высказываниями, которые приписываются, скажем, Сыну Божьему. С одной стороны одно приписывается, а с другой диаметрально противоположное. То есть я не мир принес, а меч. Значит, у нас что получается? РПЦ – это, значит, поджигатель войны. То есть оно... А с другой стороны, надо меч перековать на орала. Да? Вот, то есть я – путь, истина и жизнь, там написано. То есть это вещи, война и жизнь – это совершенно противоречивые вещи. И все они собраны как бы из одного источника. Но не может из одного источника Сыну Божию, который заведомо святой, не может, как говорится, и грязная вода течь, и святая вода. Это только из уст, может быть, священников, которые вот священник, который называют святые. Но святым является только один, единственный Бог, да? Он только на самом деле святой и живой, что интересно. Вот, а все остальное – это производное, это все производное. Ну, естественно, кто освятил, окрестил, благословил грехи, у кого прощены, тот причащается Духа, тому посылается Дух Утешитель. Дух Утешитель, он и освящает человека, всякого человека, приходящего в мир, о чем говорил Иоанн Креститель. Да? Всего доброго, до новых встреч, всем здоровья, пережить украинцам, да, если они, как говорится, чувствуют, что они этот листочек не выполняют, первое, это не укради, второе, нельзя лжесвидетельствовать, то есть врать на человека, показания давать, оговаривать так, вот как оговаривали при Сталине, чтобы в тюрьму взяли соседа, да, на соседа вот эти цедули писали, это они сами потом погибали, и эти чекисты все тоже, которые ложные эти дела, после их тоже самое, такая же судьба настигла. Мы видим это исторически, так оно и происходит. Этот листочек выполняется в точности. Если человек не покаялся, не раскаялся, то все это уже предел. Всего доброго, до новых встреч. Если Бог даст, а живы будем, мы увидим, что, как выполняется протокол сионских мудрецов и как мы все двигаемся единому мировому правительству, которое возникнет в результате вот этой глобальной всемирной войны, которая уже вот сейчас вот на пороге. Всего доброго, до новых встреч. Но мы не отчаиваемся, в любых обстоятельствах мы должны радоваться. Это наша главная обязанность – радоваться. И все, что бы ни произошло, это все во славу Божию. Слава Богу за все. Так. Левый блок под руководством давнего оппонента президента Жан-Люк Меланшона занял второе место. И на третьем, как мы уже сказали, ультраправая партия Марин Ле Пен. Для национального объединения это лучший результат за последние 20 лет. Избиратель решил отправить очень сильную группу представителей национального объединения в парламент. Теперь удалось сделать Эммануэля Макрона президентом меньшинства. А это нужно было, чтобы защитить страну от правления одной единственной партии и президента. Ну, как отмечает газета «Ле Фигаро», партии, победившие на выборах, все-таки стала партия воздержавшихся, так называемых, потому что на избирательные участки пришли менее половины всех французов, которые имеют право голоса. Ну вот, к слову, подобное протестное голосование граждане республики устроили и на прошедших в апреле президентских выборах. Вот тогда стала, кстати, явка рекордно низкой за последние полвека. Также Фигаро видит в итогах выборов в парламент.